Приветствую, дорогие друзья! В последнее время стало модным воссоздавать различные фотографии при помощи бюджетных средств. Да, но и правильно, зачем тратиться на дорогие костюмы и атрибутику только лишь для того, чтобы сделать одну фотографию. Но родоначальником бюджетного косплея можно назвать именно парня из Бангкока по имени Ануча Саенчат. Этот косплеер создал проект под названием Low Cost Cosplay, который по сей день имеет успех в сети. Парень не сидит сложа руками и постоянно делает что-то новенькое. И я настоятельно советую вам на это посмотреть.